Вот мы и приехали. Нас настиг дождь с ветром сильный. Но благо у нас были дождевички. Дождь бил так, что были процедуры иглоукалывающие. Скользкая дорога. Хорошо то, что не так много транспорта было сейчас в это время. Ничего, нормально, доехали. У нас дорога была ничего такая, но я вот думаю, что дорога с Патонга на Короны Кату... Она более такая... Она, во-первых, жестче, и там по-любому были аварии. Ну нет, уж не по-любому, конечно, все-таки китайцы довольно-таки неплохо воют, как бы смотрят по сторонам вроде, более-менее. Там... Нам очень понравилось посещение этого храма сегодня. Очень красиво, спокойно, душевно. Кошек море, собак море, и все вот просто релаксируют. Да, и все блаженные такие, всем в кайф, туристы. Таймлапсики засняли. Мы, ну, вы их уже увидели, надеюсь, вам понравилось. Ладно, всем пока. Скоро увидимся в новом видео. Да.